Псевдоним Bullet мне дал мой тренер перед моим первым профессиональным боем, как и положено в спортивном мире. Он мне сразу понравился, этот псевдоним. А вообще, среди спортсменов существует поверье, если псевдоним хороший, то значит с бойцом всегда будет сопутствовать удача. А если что-то не так, то нужно срочно менять псевдоним. Мой тренер Павел Федотов, заслуженный тренер Кыргызской Республики, у которого мы с сестрой занимаемся уже более 20 лет. Он всегда ставит на первое место эффективность техники, и все лишнее он даже не рассматривает. На тренировках мы уделяем много времени технике и тактике боя. Ведь каким должен быть хороший боец муай-тай? Он должен иметь хорошую боксерскую технику рук, должен владеть быстрыми и разнообразными ударами ног и владеть хорошим клинчем. И если мы имеем бойца с тремя хорошими этими навыками, то мы имеем хорошего бойца муай-тай. И то же самое для ММА, добавим сюда грэпплинг и один из видов классической борьбы, и получаем хорошего бойца ММА. А на тренировках руки мы почти никогда не тейпируем. Связано это с тем, что любой тейп, он берет огромную долю нагрузки на себя, и это ведет к ослаблению связок и к травмам. А к каждому бою я готовлюсь как к последнему. Для меня нет слабых соперников, и бой есть бой, всегда к нему готовлюсь на 100%. И так было всегда с детства, и можно легко проиграть или получить травму от соперника, которого просто недооцениваешь. И поэтому у меня нет каких-то взлетов, падений, худших или лучших боев, потому что ко всем боям я готовлюсь одинаково. ММА для нас стиль родной, такой же, как и муай-тай. Боролись мы всегда. В 2003 году я выиграла свой первый чемпионат мира по тайскому боксу ИФМА. И в том же 2003 году в Сеуле, в Южной Корее, я выиграла чемпионат мира по корейской версии ММА Кёктуги. В 2005 я вновь выиграла чемпионат мира по Кёктуги корейской версии ММА в том же Сеуле. И в 2006 году вновь выиграла чемпионат мира по тайскому боксу. Ну и так далее. И поэтому муай-тай и ММА для меня всегда шли параллельно. Рекорд в ММА у меня 12-1, и я готова драться с любой соперницей. Сейчас у меня контракт с Legacy Promotion в Америке, и в этом году я провела 3 боя в Техасе и в Луизиане, 2 из них по кикбоксингу и 1 по ММА. Все выиграла, и Дана Вайт приезжал на Legacy 42 специально посмотреть мой бой и бой еще одного парня. Но, к сожалению, моя соперница из Бразилии отказалась от боя, и все ограничилось разговором с ним и знакомством, и разговором перед камерой. А в Таиланде мы с сестрой тренируемся в клубе Tiger Muay Thai под руководством нашего тренера. Таиланд мы очень любим, тренировочные лагеря тоже. И сильные бойцы со всего мира одну из частей своей подготовки проводят здесь. Мы с сестрой выступали на различных стадионах в Таиланде, выступали на острове Самуи, на Пхукете. И на каждом стадионе атмосфера, обстановка, она неповторимая, особая. Зрители азартные, кричат, болеют, ставят ставки. Наверное, такая атмосфера была на боях лет 100 назад где-нибудь в Англии или в Америке, а Таиланд, он сумел сохранить все это до сих пор. Считаю, что питание должно быть не столько спортивным, сколько сбалансированным. Тут дело предпочтений. Если кому-то нравится пить протеиновые коктейли, отлично. Мне же и моей сестре нам нравится готовить мясо, готовить рыбу, разные супы из морепродуктов. Это и есть наше спортивное питание, поскольку мы же спортсмены. Что касается витаминов, мы всегда живем в тропических странах, таких как Таиланд, Перу. И здесь круглый год всегда есть фрукты, богатые витаминами. Так же, как и раньше жили в Средней Азии, в Кыргызстане, в Сочи. Там тоже никогда не было проблем с фруктами. Можем выпить иногда витамин С, это когда почувствовали какое-то легкое недомогание или простуду. В остальных же случаях только фрукты.
Мы никогда не тренировались с отягощениями, ни я, ни сестра. Иногда использовали турник, иногда использовали резину. Специальная подготовка, борцовская разминка, борьба в клинче, в партере. Все эти упражнения, они дают необходимую силу и выносливость. И поэтому мы никогда не тратим время на штангу, когда нужно сделать что-то специальное в нашей подготовке.